На конкурс дети читают стихи. Меня зовут Корхин Артем. Мне 8 лет. Я учусь во втором В классе 491 школы. Город Санкт-Петербург. Мой классный руководитель Кондратьева Мария Владимировна. Черное дуло блокадной ночи. Холодно, холодно, холодно очень. Ставлена вместо стекла картонка. Вместо соседнего дома воронка. Поздно, а мама все нет от чего-то. Еле живая ушла на работу. Есть очень хочется, страшно, темно. Умер братишка мой утром, давно. Вышла вода, не дойти до реки. Очень устал, сил уж нет никаких. Ниточка жизни натянута тонко, а на столе на отца похоронка.